Такого в мире силовых видов спорта еще не было. Люберчанин Сергей Агаджанян готовится к установлению нового мирового рекорда. На этот раз спортсмен-экстремал попытается сорвать с места и перетянуть несколько вертолетов сразу. Сейчас атлет активно готовится к предстоящему событию. Как он это делает, покажем в следующем сюжете. Свою разминку Сергей Агаджанян начинает с тренажера «Хаммер». Постепенно увеличивая нагрузку, спортсмен в конечном итоге осиливает 140 килограммов. Для обычного человека это из области фантастики. Для Сергея – просто разогрев перед серьезной тренировкой. В копилке достижений – буксировка пожарной машины, трамвая, самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26 и автоколонны весом более 53 тонн. Останавливаться на этом Сергей не намерен. В следующем году он попробует сдвинуть с места сразу несколько воздушных суден. Событие произойдет в Казани на территории вертолетного завода. Никто не перетягивал несколько летательных аппаратов. В любом случае это будет рекордом. Хотелось бы 3 вертолета перетянуть сразу. Может, 4. Но, скажу, проблема не только в том, что это сделать трудно физически, а в том, что на площадке трудно поставить одновременно несколько летательных аппаратов с учетом размаха их габаритных размеров. Свой новый рекорд люберецкий силач посвятит 77-й годовщине Великой Победы. Во время буксировки вертолетов Сергей использует свою фирменную фишку. Надует до разрыва несколько медицинских грелок. Впрочем, этот элемент он успешно применяет и во время кардиотренировок. Вот так прям. Сергей любит говорить, что он зожник, он не профессионал. Вот, но то, что он выполняет, это эти вещи, которые он выполняет, это профессиональный уровень. Не говоря не только про Россию, но и мировой уровень берем. Очередной спортивный подвиг Сергей совершит ориентировочно весной. Сейчас у него горячая подготовительная пора. По словам силача, все, что он делает, направлено на одно – заразить своим примером подрастающее поколение. Занимайтесь спортом. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.